Чествовали всем городом. Бориса Проводникова, ветерана Великой Отечественной войны, с юбилеем мог поздравить каждый. На уходящей неделе он отметил 95-летний юбилей. Праздничный обед и встреча с обладателем медали за отвагу прошла в стенах краеведческого музея. Ветерана поздравили жители, родные, друзья, а также заместитель главы Сургута Александр Пелевин и вице-спикер Думы Артем Кириленко. Волнительно сегодня поздравлять вас. Вы остались один из немногих, живущих в Сургуте, кто воевал, единственный, насколько мне известно, кто уходил из Сургута и вернулся в город Сургут. Вот именно на таких людях наш город и держится. Именно такими людьми наш город и строился. Сейчас ветеран окружен вниманием семьи. Помогает в воспитании трех правнуков. В тяжелые времена военного времени застали юношу в августе 42-го. После прохождения курса молодого бойца в Томском пехотном училище Бориса Проводникова направили на Западный фронт под Смоленск. В 1943-м сургутянин на боевом задании получил тяжелое ранение. Вместе с разведгруппой он попал под прямой обстрел врага. 19-летний Борис чудом остался жив, а за то сражение был позже награжден медалью за отвагу.